Всемирный день НЛО или День уфолога отмечается ежегодно 2 июля. Это профессиональный праздник тех, кто занимается изучением паранормальных явлений и объектов внеземного происхождения. Самой заветной мечтой человечества с начала времен было найти в глубинах Вселенной разумных себе подобных существ. В наши дни всевозможные научные исследования подтверждают, что исполнение желания возможно. Мы решили узнать у саровчан, что они думают о внеземной жизни. Верите ли вы в НЛО? Нет. Почему? Потому что мы физики. А можете как-то объяснить это с физической точки зрения? Ну, потому что нет никаких подтверждений. Ну, как вам сказать? Не верить? Вроде как. Не по нынешней технике, так сказать. А верить? Я же не видела. Я смотрела много программ. И я думаю, что что-то такого существует. Потому что иногда летают многие летающие объекты. Ну, на небе. Я даже сам когда-то видел что-то. Так что я думаю, то, что это существует НЛО. Я думаю, что да, живут, потому что... Ну, я так думаю, потому что все же есть такие объекты, которые можно увидеть. Это вот странные вот эти явления. Я думаю, то, что ими все же кто-то управляет, и кто-то живет в других галактиках и на других планетах. Не знаю, слишком сложный вопрос. Ну, можно долго рассуждать. Может быть, они и существуют, но это слишком далеко от нас. А НЛО – это, ну, как это... Очень неизученная область, поэтому верить в нее, как говорится, нет времени. И, наверное, это, как это, неконструктивно. Не может же человек жить один. Он должен жить в обществе. А общество, оно может быть земное, неземное, любое, другое, разное, всякое. Я иногда смотрел фильмы, там были они. Не знаю даже. В Бог верю. Значит, есть, наверное. Думаю, что да, потому что в Турции, когда я смотрел видео про горку пожирателя, там бегали призраки и какие-то инопланетяне. И мне кажется, что они все-таки существуют, но где-то на очень в другой галактике, например. Они не существуют. Нет. Не существуют они. Я не верю. Вы уже спросили, веришь, не веришь. Ответ нет. Сложно, конечно, но... Наверное, все-таки есть. Конечно, мы определенно не одни. Верю, конечно. Верю. Мне некогда сейчас об этом рассуждать, честно. Верю. Как показал опрос, часть саровчан считает, что инопланетян не существует. Но большинство опрошенных уверено, что мы не одни во Вселенной.